29 сентября состоялось совещание с главами муниципальных образований Курагинского района, в котором принял участие директор Красноярского филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России». Главная тема совещания – совместные меры по улучшению деятельности отделений почтовой связи на территории Курагинского района. Руководил работой совещания глава района Владимир Дудченко. В совещании участвовали председатель районного совета депутатов Любовь Заспа, заместители главы Александр Завьялов, директор управления Федеральной почтовой службы Красноярского края, представители Минусинского и Курагинского отделений связи. Заместитель главы района Николай Соболев представил информацию о работе почтовых отделений на территории Курагинского района. Директор Красноярского филиала Почты России Александр Завьялов предложил главам территории совместно решать вопросы, возникающие в связи с закрытием почтовых отделений. Речь шла о ситуациях, типичных для многих населенных пунктов, где работают почтовые отделения, а также рассматривались конкретные случаи. Так, например, обсуждалась возможность передачи помещения почтового отделения, расположенного на территории муниципального образования, Курский сельсовет в собственность администрации муниципального образования, а также возможность объединения некоторых почтовых отделений. Для решения вопросов взаимного сотрудничества будет создана рабочая группа.